вами уже не раз рассматривали ситуацию, когда допускали, что среди человечества, среди населения Земли существует также и часть, которую можно назвать роботами или биороботами. В первую очередь я, конечно, говорю сейчас о китайцах, но не только о них, а также и о многих других народах, которые появились совершенно непонятным образом на планете Земля. И я, как историк с 20-летним стажем, 20 лет я изучаю цивилизацию, перепахал все возможные моменты объяснения появления человека на нашей Земле уже вдоль и поперек, я не нахожу ни одного, сколь угодно, малого, но хоть какого-нибудь объяснения появлению на нашей Земле многих народов из числа тех, которых мы привыкли сегодня наблюдать. Я уже говорил, что, на мой взгляд, и это показывает вся исследовательская база, которая мне была доступна, а первую свою книгу «История возникновения мировой цивилизации» я написал, опираясь на 3,5 тысячи источников, которые были признаны наукой советского времени, и на них, на их основе, строилась в том числе и большая советская энциклопедия. То есть это передовые монографии своего времени, и они, естественно, ничем не устарели сегодня, потому что в основном это археологические и исторические данные. Также я использовал, конечно, в своих работах и данные о почвах. Вы много раз уже замечали, что, например, на южноамериканском континенте почвы красные, которые появились как бы только-только вот-вот, и на этих красных почвах нет следов того, что где-то в каком-то районе обитали живые существа, хотя бы в какой-то древности, потому что от них, от этих живых существ, в почвах не осталось никакого следа. В то же время у нас, например, в Центральной Руси, у нас здесь черноземы, чуть поюжнее Тулы, уже в Туле начинаются черноземы, которые говорят о том, что в образовании этих почв принимал участие не только животный мир, но и человек тоже. И мощность черноземов, она говорит о том, насколько глубоко в историю уходит цивилизация именно в этом районе, где есть черноземы. Но по мере того, как я все время обращался к тем же китайцам, к другим народам, я не мог найти никакого, так скажем, метода, как бы вычленить, является ли какой-то народ или какие-то представители отдельные на самом деле роботами или биороботами, или это все плод фантазии или, скажем так, сочетания каких-то определенных моментов, которые приводят вот к такому выводу. И самое интересное, что не только меня, естественно, посещала такая мысль, что часть населения является роботами, но и также много фильмов, которые выпущены уже и 30 лет тому назад, и 40 лет тому назад, и в наше время, которые говорят, что на Земле существует цивилизация роботов, которые с каждым годом все сильнее и сильнее уничтожают цивилизацию людей. На мой взгляд, такие процессы действительно идут, потому что иначе объяснить ситуацию, которую развязали небелые народы по отношению к белым, когда цветные народы хотят уничтожить белую цивилизацию, а я уже говорил, что белых людей-то всего-то 500 миллионов, это, как говорится, кот наплакал, а все остальные цветные народы по какой-то причине хотят уничтожить белых, я понимаю, что первым актом будет момент разграбления цивилизации белых. Это было всегда, и если мы вспоминаем ту же Америку, то негритянские банды, они всегда появлялись первыми в тех местах, где проходил какой-нибудь смерч и разворачивал, в смысле разбирал на щепки обитель белого человека. Естественно, там появлялись мародеры, это все давно известно и зафиксировано, и этим человек от животного не отличается.
Так вот, одним из доводов, который может показать то, что есть народы, которые, возможно, в основе своей имеют предков роботического плана, является довод непереносимости лактозы. Я дальше расскажу о нем, а сейчас немножко я напомню вам, что есть такой фильм, называется он «Бегущий по лезвию 2049». Там смысл этого фильма, кто не смотрел, я коротко напомню, в том состоит, что роботы очень хотели захватить власть на Земле, им не хватало только одного звена, чтобы они могли не производиться на заводах, а рождать себе подобных. И в фильме показано, что якобы была такая случка между роботихой и живым мужиком, и у них в результате родился ребенок, поисками которого весь фильм и занимается герой фильма. Вот эта проблема, проблема сочетания биологического существа, живого человека, и искусственного существа, биоробота, она стоит очень жестко, и судя по тому, какое количество различных исследований и фильмов, и различных других каких-то решений, научных в том числе, отдается под эту задачу, эта задача является очень важной для какого-то количества наших жителей, жителей нашей Земли. Но, с другой стороны, все мы с вами, которые считают себя живыми людьми, мы не понимаем, зачем эта задача нам, если мы можем пойти на какую-нибудь встречу, познакомиться с прекрасным, как говорится, представителем своего вида и зачать обычным природным способом ребенка, которого вы носите родить. Зачем нам нужны поиски смешения с роботом? Что это нам даст? Зачем нам лазить со своим, прошу прощения, членом в выхлопную трубу автомобиля, любого грузовика, легковушки или какого-нибудь? Оно только для извращенцев имеет цель и имеет вес. Для простых людей, для нормальных, здоровых, такой интерес не возникает. Так вот, есть такое понимание, как кормление ребенка грудью матери. Естественно, все, кто были из вас матерями, отцами тоже, все либо кормили, либо видели, как этот процесс происходит. И ребенок, когда рождается, он рождается в такой форме, что его мать кормит своей грудью, ну, достаточно длительное время. Все по-разному, но все-таки достаточно длительное время. То есть, как продукт еды, как вещество, которое наполнено какими-то полезными составляющими, молоко изначально сделано таким образом, что оно полностью подходит человеку, начиная с его самого раннего возраста. И вдруг интересная штука возникает. Оказывается, что у нас некоторая часть населения Земли, она как бы не способна воспринимать эту самую молочную лактозу, то есть сахар, который находится в молоке. И происходит отравление молоком. То есть происходит вот такая штука, когда этот сахар попадает во внутренние там органы, он сквозь их тонкие стенки проходит внутрь мяса, наших мышц, и поскольку нет соответствующих препаратов, которые могли бы его оттуда убирать, то человек натыкается на то, что этот сахар там начинает гнить, образуется гнилостная всякая фауна, и человек отравляется, травится в прямом смысле этим сахаром, молоком и умирает. Есть случаи зафиксированы, что 50 миллилитров, то есть маленькие там два глотка, хватало человеку, чтобы умереть от потребления молока. И я уже к этой теме прибегал к ее исследованию, знаете, когда? В 2008-2009 годах. Я написал целую книгу, у меня вышло несколько статей в научном медицинском журнале. Я там впервые, может быть, показал, что именно вот этот параметр невозможности перенесения лактозы является неким таким специфическим параметром, скажем так,
И эти статьи вышли, они существуют во всех базах. Но книгу я почему-то так не выпустил. И вот тогда я никак не мог понять, почему я ее не выпустил, что меня сдержало от ее выпуска. А теперь я, в принципе, могу вам объяснить и себе тоже. Оказывается, ту книгу я построил на теории так называемых гаплогрупп, что у них есть определенная взаимосвязь, что люди имеют эти гаплогруппы, и эти гаплогруппы имеют определенную последовательность, наследовательность между собой. То есть от гаплогруппы А происходит гаплогруппа Б, ну и так далее. Все вы прекрасно знаете эту систему, потому что она уже сегодня часто популяризируется. Но вот тогда я сравнил как раз распространение тех самых аллелей генов, которые ответственны за непереносимость лактозы. И у меня получилась совершенно другая, как бы ее назвать, такая система, которая показывала, что независимо от гаплогрупп существует всего лишь одна аллель этого гена, один ген и одна аллель его, которая ответственна за непереносимость лактозы. И она каким-то странным образом пронизывает вот эту систему гаплогрупп пунктирными, так скажем, штрихами. То есть в одной предковой она есть, то есть этот ген есть, в другой уже потомственной нет, в следующий потомственный опять есть и так далее. Этот вопрос я поставил тогда на одной из очень крутых научных конференций по генетике. И тогда я помню, что мне лично звонил председатель этой конференции, один из академиков РАН, который специалист по этим генам, и благодарил за саму постановку этого вопроса. И он мне сказал, что наш материал будет опубликован в материалах его конференции. Это очень большое признание. И там я поставил вопрос в том, что система гаплогрупп и вся ее вот эта ветвистая такая деревянная разветвленность, она ложная, потому что такой параллельности, которая получается с этим единственным геном непереносимости лактозы, быть просто не может. Но это я как-нибудь отдельно в другом видео поясню вам, чтобы на картинках, а не на пальцах, так скажем. Так вот, возвращаясь к этой самой непереносимости лактозы. Тут получается интересная вещь. Если человек родился от матери, то он, естественно, питался молоком, и у него не может быть непереносимости лактозы, потому что он как человек, изначально был спрограммирован таким образом, чтобы потреблять молоко. Откуда может взяться непереносимость этого молока, если живое существо строит свою начальную фазу жизни именно на этом веществе? То есть это, я думаю, что понятно. И вот когда я в предыдущих своих фильмах говорил о том, что мне непонятно, проблема рождаемости в том же самом Китае или, может быть, там Вьетнаме, еще каких-то, я не понимаю, откуда берутся у них дети. Вот теперь я не понимаю еще больше, когда я посмотрел все эти графики, которые ответственны за непереносимость лактозы. И вот сейчас мы с вами их вместе посмотрим. Мы даже далеко ходить не будем. Вот открываем прямо сразу Википедию, здесь все написано, ссылки есть, и кому интересно, может пройтись потом после моего фильма самостоятельно посмотреть здесь на все эти данные, чтобы потом не было возниканий, что типа я там что-то придумал или что-то неправильно показал. Вот вам обычную Википедию. Дальше ходить даже не надо. Итак, смотрим. Самый интересный, на мой взгляд, график, который показывает совокупные уже исследования, которые проведены большим количеством ученых, это график процент взрослого населения, усваивающего лактозу, то есть те, кто может пить молоко. Мы смотрим на самый темный синий цвет, это 90-100% усвояемости, и они, эти 90-100%, приходятся как раз туда, вот на территорию Дании, или по историческим меркам на тот самый остров Рюген, от которого произошел наш Рюрик по нормандской теории. Я не приверженец нормандской теории, сразу вам скажу, но сейчас мы просто смотрим данные, которые нам предоставляет, так скажем, научное сообщество. Здесь вы видите прекрасно, что темно-синий цвет –
это Дания, Англия, часть Норвегии и часть Германии, то есть те территории, где обитает европеоидный белый человек, а дальше цвета разбавляются до белого от этой точки, уходя такими, знаете, радужными волнами. И вот мы смотрим, что у нас творится на центральной территории России. У нас здесь цвет, который, похоже, составляет где-то около 50%. Почему такая процентная соотносимость? Потому что у нас на этой территории и дальше к востоку уже начинают присутствовать элементы монгольских рас человека. Это татары, мокша, башкиры и тому подобное. Все, что называется иногда финно-уграми, это на самом деле китайский элемент, который пришел не так давно, в 17-18 веках, даже, наверное, позже, в 18-19 веках, с той самой территории Китая, которую мы дальше посмотрим. И даже здесь видно, что на территории Китая всего 10% людей, которые могут потреблять молоко безопасно. Та же самая картина в этих волнах отражается и в Финляндии, и я напомню вам, что в Финляндии есть такой монголоидный элемент, как лапаноиды, да и сами финны тоже монголоиды, и несмотря на то, что они белокурые и голубоглазые, они являются монголоидами и частью негроидной расы, несмотря на то, что выглядит совершенно как-то вот так, знаете, как мы привыкли называть арийцами. Вот многие говорят, арийцы голубоглазые и белокурые. Нет, арийцы как раз не голубоглазые и не белокурые, а такого, знаете, среднестатистического плана. Для того, чтобы понять голубоглазость и белокурость, откуда она берется, я вам напомню о таком явлении, как альбинизм, и напомню также, что это одно из самых сильных генетических поражений. Оно случается тогда, когда геном пробит какими-то внешними или внутренними воздействиями очень серьезно. И как доказательство вы можете посмотреть альбиносов Африки, которых в Африке принято, как африканцы считают, почему-то съедать, ловить и съедать. Я вообще вот этой дикости всегда удивлялся и продолжаю удивляться. Но вы посмотрите этих альбиносов Африки и сравните их с финнами, с финскими альбиносами. Вы увидите, что это примерно одно и то же. И вы поймете, что белокурые финны – это негроидная раса человек. Но в данном случае здесь про расы это я только к слову сказал, потому что это не так важно. Еще раз к этому рисунку возвращаемся. Мы видим, что у него центр толерантности к молоку, то есть где молоко можно пить, это центр Германии, Дании, Норвегии, Англии и вообще вот эти цивилизованные, так скажем, белые народы. А все остальное, оно резко-резко падает по цвету и стремится к белому, то есть в остальных регионах молоко практически никто не потребляет. Вот отдельные есть точки, где на западе, например, Африки, на юге арабского континента, не знаю, чем вызваны эти точки, это может быть и погрешность измерений, могут быть и метисные различные комбинации народов, вот как, например, в Западной Индии, там, где как раз эти арии обитали, белые арии, вот как раз там и показано чуть более повышенное, где-то до 50% содержание людей, которые могут пить молоко без опасности. Смотрим следующий график. Следующий график, он примерно такой же, но более отчетливый. Процент людей, не усваивающих лактозу. То есть он как бы инверсный к предыдущему графику. Если там темно-синий цвет показывал процент людей, которые могут пить молоко, то здесь темно-синий цвет показывает процент людей, которые не могут пить молоко. И вот мы здесь перед вами в 5 градациях по 20% каждый цвет. Мы видим весь мир, а не так, как там половину только. Итак, что мы видим? Самый светлый, то есть 0,20% – это те, кто не может усваивать молоко. Это самый светлый как раз приходится на ту самую Данию, Норвегию, Южную Финляндию, наши территории, Прибалтику, Польшу, то есть те страны белые, где и живет цивилизованный человек изначально. И наши северо-западные районы
Руси, которые не подвержены были татарскому нашествию и не были разбавлены монголоидным элементом. Дальше смотрим 20-40%. Это уже пошла вся Сибирь, Казахстан, Украина и дальше на юг, а также у нас, видим, Канада. И почему эти территории больше не усваивают лактозу? Уже до 40% людей здесь не усваивают лактозу. Потому что на, например, сибирских территориях России, там очень много монголоидов из Китая, которые разбавляют собой вот этот процент и повышают количество неусваивающих лактозу людей. Казахстан, вы сами знаете, что это монголоидная страна, но она состоит из не чистых монголоидов, а смешанных с европеоидным нашим русским элементом. Также берем, например, Турцию, она тоже здесь в этой же зоне. Турция, тюрки – это тоже метисный народ, который смешан из нескольких сразу популяций. Там есть и монголоидный элемент, от которого достался им половина языка, так скажем. Там же есть и негроидный элемент, который туда пришел и из Африки, и из Индии. И там же есть и европеоидный элемент, который через Старую Трою пришел из Европы туда же, в эту Турцию. Смотрим также такие тюркские страны, как, например, Болгария, которые только относятся к славянам, но на самом деле генетически они никакого отношения к славянам вообще не имеют, только если по языку. Также, например, Северная Испания, Северная Португалия тоже относятся к странам, где большое количество монгольского народа. Если кто сомневается, что Испания и Португалия населены монгольским народом, то есть китайским, вы как-нибудь посмотрите футбол, и там много, особенно испанцы, очень хорошо похожи на китайцев, и вы сравните сами с китайцами южными, не северными, которые тоже метисные с белым населением, а с южными, то есть фактически с вьетнамцами, может быть, Шри-Ланка, то есть это одного уровня такие, не знаю, как их назвать, аборигены, может быть, автохтоны, папуасы, одного уровня. И у них самое интересное, что языки, что у китайцев, что у испанцев и португальцев, естественно, у них свои коренные языки относятся к одной и той же группе, макросемье языков. Конечно, сегодняшний испанский, он относится к индоевропейской семье языков, но вот его субстрат, которым пользуются жители Испании в деревнях, там в различных маленьких населенных пунктах, вот он относится как раз к китайской семье языков, потому что это один народ. Дальше мы смотрим следующую, третью градацию, от 40 до 60%. Это у нас юг Португалии, юг Испании, юг Италии, юг Греции, точнее вся Греция, ну и так далее. И Мексика, которая расположена на американском континенте. Здесь то же самое, здесь обитают семиты, сметисованные с европейцами в большей степени, чем в остальных местах. Поэтому мы прекрасно знаем, что Италия – это семитическая страна, это буквально Иерусалим, на колесах, как говорится, та самая Греция – то же самое. И что интересно, когда мы берем сегодняшнюю историю, обращу ваше внимание, то описана она написана, точнее, только самими семитами, и описывает она только семитские страны. Вот они перед вами, пожалуйста. Центральная Америка сегодня возвышается, всякие пирамиды и тому подобное. Вот вам Мексика, 40-60%. Португалия и Испания – это так называемые гибралтарские страны. Это как раз первая страна, где поселились возможно, евреи, не знаю, как правильно назвать, гибреи, так скажем. Италия – это Древний Рим, Греция – это Греция. Вот вам эти страны, которые у нас не сходят со страниц истории. Обо всех остальных историки не пишут, только об этих. Остальные как бы не поймешь, по их мнению, откуда появились. Так вот, дальше. Дальше 60-80%. Это идет у нас вся Африка, не может потреблять молоко, вся Аравия, вся Индия, все страны, которые там, Иран, Ирак и тому подобное, Афганистан, Пакистан и все эти страны тоже, и Северная, Южная Америка, включая еще и Гренландию. Почему Гренландия сразу
остановлюсь, потому что там местные жители, которые живут в Гренландии, они являются метисами, как я уже сказал, финнами, то есть метисами белого населения с негроидным населением, которое пришло в те регионы из того же самого Китая. Далее последняя градация 80-100% – это уже Южная Америка, Южная Африка, весь Китай и все остальные юго-восточные страны, включая страны Океании. И еще здесь не нарисовано, но я вам заранее говорю, что еще все индейцы всех Америк и все индейцы Австралии, все коренные народы почему-то не могут пить молоко. И вот тут начинается проблема для анализа. Вы видите, что карта сама расходится из центра окружностями, цветными окружностями. То есть самое максимальное потребление молока и проблем нет именно с молоком. Это, опять же, ну, скажем так, Германия, Польша. А самая проблемная зона, она находится на юг, туда, в Южную Америку, Океанию и Африку. И возникает вопрос, почему? Если бы люди, как нам сегодня пишут генетики, действительно по этим генетическим миграциям каким-то образом ходили по Земле, то они бы оставляли за собой вот эти генетические следы в образе молока. То есть, допустим, где-то в Аддис-Абебе, то есть в Эфиопии, это, скажем так, центральная Африка, человек зародился, он пошел куда-то, как они говорят сегодня, в Китай, из Китая уже пришел в Европу, то все мы это должны были бы видеть на карте, как генетическое отражение, потому что я вам напомню, что всего один ген существует на весь мир, один. Их нет нескольких аллелей, поэтому говорить о том, что у одних был один ген, у других другой, у третьих третий, этого нельзя в данном случае. Чем и хороша эта ситуация с толерантностью к молоку, то есть неусваиванию молока, она и хороша тем, что у нее есть только один маркер, и будьте любезны, но обходитесь этим одним маркером, не надо вам прятаться за какими-то различными гаплогруппами. И вот теперь, я надеюсь, вы видите, что теория гаплогрупп, она полностью летит к чертям, и она полностью ломается, потому что такая ситуация при системе гаплогрупп невозможна, просто невозможна. Следующую картинку берем. Она такая уже для нас будет больше поясняющая. Вот она, картиночка. Видите, здесь точки такие красные на американской территории и на австралийской. Это красные точки, это как раз люди, которые не могут потреблять молоко. Вот опять здесь у нас самый красный Китай, Южная Африка, Америка Южная и так далее. И вот опять возникает вопрос. Китайцам прежде всего, вы сами видите, я не то, что их выбрал просто из-за того, что они мне там не нравятся как-то, а вы сами видите по графикам, что больше всех вопросов с точки зрения возникновения их как роботов появляется именно к ним, китайцам, ну, естественно, ко всем этим Шри-Ланка и тому подобным странам, включая Японию. Но Япония, я вам еще раз скажу, что как она образовалась, напомню, она образовалась в XIX веке путем переселений на японские острова, которые были заняты европеоидами, айнами. Туда переселились корейцы и китайцы. И, смешавшись с айнами и убив айнов, они стали сегодняшними японцами. Закончилась эта операция геноцида только к второй половине XIX века. Я, кстати, сейчас работаю над новой книгой, где все это описываю. Очень интересно, там исторические параллели и датировки, и настолько все сходится. И удивительным образом вся история, которую мы с вами изучаем, просто никогда вот так системно не подходили. Но как только подошел я системно к изучению истории, то сразу увидел, что она вся укладывается в последние 500 лет. И раньше этого процесса нет ничего. А такие страны, которые мы привыкли сегодня ставить себе во главу угла и восторгаться ими, как, например, та же Япония, это были и остаются дремучие территории, где цивилизация даже не ночевала. То есть то, что мы сегодня видим, не понимаем поведения, например, японских девушек, почему они одеваются как мультяшные куклы, а потому что они
помещены искусственно в нашу современную белую цивилизацию, и они не врубаются, как им жить, потому что они сегодня находятся в состоянии кошки домашней. Вы взяли с улицы домашнюю кошку, она живет у вас дома, но не понимает, как включить телевизор, как, допустим, включить швейную машинку, там, стиральную машинку. То есть для нее это проблема. Она понимает, что это машинка, что это холодильник, что это телевизор. Она это понимает, она иногда смотрит передачи, иногда по экрану елозит когтями, но она не знает, как это включить. У нее пока это в голове не созрело. Она не на том эволюционном и организационном уровне. Так вот, возвращаясь к этой картинке, мы видим, что Китай полностью красный, это стопроцентная непереносимость к молоку, и тогда возникает вопрос: товарищи, у нас эта страна имеет 1,5 миллиарда существ. Каким образом они вообще всегда появляются, и почему они не пьют молоко? У них что, у китаянок груди нет? Или, может быть, эти груди резиновые и пустые внутри? Или, как некоторые пытаются объяснить, что, знаете, у них там недельку ребенок попил молоко, а через недельку у него, как рубильником, выключается способность воспринимать это молоко, якобы пропадают какие-то там участки гена или еще какие-то механизмы срабатывают. И все. И получается так, что вчера он вроде как родился как нормальный живой человек, а сегодня он прям все работает, как функционирует, как робот, не пьет молоко, потому что у него все это не предусмотрено. Я, честно говоря, не понимаю, как это происходит, так же и у африканцев. Я видел один сюжет такой интересный по отношению к африканцам в интернете. Старые съемки, не знаю, 70-х годов, судя по качеству и по подходу кинематографическому. Там показано, как негритянка совершенно голая рожала ребенка. И снимали этот процесс операторы. Так вот, она рожала сидя, ребенок у нее выскочил, упал на листву, такую осеннюю листву, сухую, пожухлую, коричневую. Она его обтерла этой листвой, прижала к себе груди. Но дело в том, что две вещи меня очень сильно удивили, что не было пуповины. Я до сих пор не могу найти объяснение этому явлению, куда делась пуповина, и там не было ни показано, ни как она ее перегрызает, перерезает, ну, вообще не было никаких действий и последствий с этой пуповиной, потому что когда она его, этого ребенка, выродила в эту листву, потом взяла в руки, то это прошло, видно сразу, что это прошло там несколько буквально секунд, и за это время какие-то другие люди бы не могли помочь ей перерезать эту пуповину, завязать ее узлом, вытереть там, допустим, кровь при перерезании этой пуповины, ну, как сделать какие-то обезболивающие движения. Просто этого невозможно. Там некуда вставить эти возможные временные кадры. Он остается, этот ролик, в сети, вы его можете найти. Я тоже поищу, может быть, как-нибудь покажу вам потом его. Заканчивая свою такую обзорную лекцию, я вам еще раз хочу на этих картах показать, что все, я, конечно, понимаю, что у нас все люди происходят нормальным биологическим путем, но, честно говоря, вот я чем больше погружаюсь в различные секретные, ну, не секретные, неправильно я сказал, сакральные уровни знания, я встречаюсь со многим количеством людей, которые уже владеют знаниями гораздо более высокими, нежели, например, Академия наук, и эти знания, они и оберегаются совершенно другим образом, их просто так выплескивать нельзя никаким там ученым и академикам в том числе. И мне уже многие хранители, которые непосредственно этим занимались, и спецслужбы тоже говорили, что да, у нас вот в предыдущие годы действительно был массовый выпуск роботов, и мне говорили, я вам уже тоже говорил, что у нас в Советском Союзе управляли Советским Союзом киборги, начиная со Сталина и заканчивая там уже в нашем времени до того самого Горбачева. Может, и Горбачев сам киборг, я не знаю, но про него не говорили. Так что, как возникают эти люди, которые вызывают у нас подозрения в своей человечности, я до сих пор не знаю. Вот вам первый такой довод, когда вы можете посмотреть, что действительно большая часть населения Земли, вот, которая отмечена красным и темно-коричневым цветом,
Давайте вернусь на ту карту, она более четкая. Большая часть населения Земли, которая отмечена темно-синим и черно-синим, она по каким-то причинам не переносит молоко. Непонятно, каким образом рождаются дети в этих популяциях и каким образом они вообще там, являясь пастухами, вы посмотрите, ведь у нас здесь сплошь и рядом пастушьи территории. Кстати, еще поэтому я вам хотел сказать по потреблению. Помните, я вам говорил про теорию главного мифа? Там как раз весь этот главный миф построен на той самой концепции, когда из молока сбивается сначала творог или масло, а потом уже этот творог превращается в сыр. Так вот, в наших деревнях, вот где я рос, где я воспитывался, моя бабушка, где мать моя, отец, вот все околотульские деревни, в этих деревнях никогда не производили сыр и никогда не ели сыр. Бабушка моя работала заведующей магазина, в деревенского магазина, она сыр никогда не привозила даже, его никто не покупал, и я помню, что этот ванизм, который мы сегодня называем ароматом, я, например, в детстве переносить не мог, я понимал, что это трупный запах. И на самом деле сыр – это вещество, то есть существо, которое съели бактерии, вот они туда нагадили, в это молоко, которое съели, и переработали его, и вот та фигня, которая осталась, она является сыром. И самое интересное, что на нашей территории, опять же, я про тульские деревни говорю, но я думаю, что и в остальных белых деревнях то же самое было. Как только молоко скисало, ряженку эту, которая получалась, то есть кефир, ряженка, все вот эти кисломолочные продукты, которые сегодня цветными берутся на расхват, у нас не елись. Мы сразу это все, как только кислинка появилась в молоке, сразу вся эта доза или партия молока отправлялась свиньям на еду. Все. Больше никто с этим молоком уже не возюкался. Иногда, очень редко, когда хотелось какого-то иного продукта из того же молока, тогда уже специально делался творог, не кислый, а сладкий творог, то есть без сахара, но он такой сладкий, не прокисший. И вот этот творог тогда тоже иногда ели, пекли из него какие-то там оладья или творожники, ну и так далее. Вот и даже в этом плане идет различие по названиям, потому что сыром в наших деревнях назывался творог, а не сыр, которым сегодня называется именно сыр во всем мире. Поэтому даже по еде люди привыкли изначально, наши люди, белые люди, которые цивилизованные, которые человеческим образом произошли от человека, они привыкли есть молоко в молочном, в исходном состоянии, не прокисшим, не протухшим, не переваренным никаким, не подвергшимся никакой обработке никакими другими живыми существами. А те существа, которые образовались похоже как роботы, я не знаю, потому что я других объяснений не могу найти, и поэтому еще раз вам об этом говорю. Так вот, те существа, они не могут потреблять молоко в живом виде, они требуют пережевывания какого-то, то есть кто-то должен съесть сначала это молоко, переварить у себя в желудке, потом отрыгнуть, и потом уже отрыганное молоко наполовину переваренное или полностью. Такие роботы потребляют уже в виде молочных продуктов или в виде кисломолочных продуктов или в виде сыров. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу того, что можно ли этот довод отношения к молоку принять в качестве признака определения роботов. Пишите в комментариях, как вы думаете на эту тему об этом признаке.